попался Meizu. Даже не знаю, на какой канал ты выложен, на локер или на основной. Meizu M6 Note, это M721H. Он тут разобран, там его по железу делали, и в процессе решили сделать сброс до заводских настроек. Что-то пошло не так, и он заблокировался. И если Flyme аккаунт можно МРТ убрать, проблем с этим нет, потому что он на Qualcomm, МРТ с ними, в принципе, дружелюбно работает, то Google аккаунт они снять не могут, потому что тот, что дал клиент, он, короче, не подходит. Вот, никак. Есть один вариант посмотреть. Я не уверен, что это дело все сработает. Так, надо вырубить. Попробовать. Я не уверен, что это сработает. Но, по крайней мере, я вычитал где-то на 4 ПДА, что ли. Вчера это было, блин, хотел ссылку дать. И, конечно же, уже ничего не дам, потому что дело было вчера. Попробуем, значит, мы его вырубили. Пробуем. Так, плюс, как тебя там зажать? Что ты? Блин, не подлезешь, короче. Плюс и питание. Зажимаем две одновременно, чтобы попасть в рекавери. Держим две клавиши, экран загорелся, питание бросить, а плюс продолжить держать. Держим долго. Сейчас, если не получится с клавишами, не могу я подлезть, я крышку нацеплю назад и попробую. Ну нет, вроде получилось. Так, пробуем. Нам нужно 5 раз вверх, 5 раз вниз. После этого нажать сброс, вайп и старт. Пробуем. Так, блин. Сейчас, ребята, 2 секунды. Не долазю до клавиш, ногтей нету. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сброс и старт. Сейчас попробуем. Сделается пусть полный сброс после включения. Я, знаете, что сделаю? Я сейчас положу телефон, чтобы склеек не было. И перемотаю. Вы можете секунд, наверное, смело перемотать. Короче, наверное, вам придется на слово поверить, потому что сейчас кусок будет большой, сколько он будет включаться, там, 5-10 минут. Или ускорю, или это. Короче, перематываем чуть-чуть, попробуем. Если аккаунт не удалился, еще раз этот же способ попробуем, потому что, когда я щелкал этой штукой, есть вероятность, что я где-нибудь там один раз прощелкался, и у меня что-то не получилось. Итак, ждем. Отлично, включился, пробуем. Английский сразу оставлять не будем, сразу включим русский, потому что наверняка способ поможет, чтобы потом не заморачивать. Но я это говорю, мы попробуем еще разок, потому что есть вероятность, что я просто прощелкал. Пропустить дашь? Так, но это еще не показатель. На Huawei мы тоже знаем, что он нас сюда пускает, а потом... Так, сейчас опрос интернета на Flyme аккаунт. А потом хоп до последнего экрана и сбрасывает на начало. Так что это тоже нифига не показатель. Фигась и рабочий стол. Неожиданно. Блин, полезу-ка я поищу. Сейчас я историю посмотрю, надо сказать человеку спасибо. Кто это? Так, где у нас тут история? Ну, мы видим, что все разблокировалось. Сейчас еще надо проверить на месте ли мы и проверить основные функции после ремонта. Я, наверное, даже не выговорю его ник-то, блин. КСКЖ ЗПЖ. Хотел как лучше, хотел найти его ник сказать. И, короче, это я обломался. В общем, спасибо тебе большое. Вот. От 12 марта сообщение. Сам я до этого способа бы явно не допер. Я бы шел, как обычно, обычным пути, либо через YouTube, Talkback или еще через что-то такое. Этот способ мне понравился. На крайняк можно было ФРП-блокировку попробовать снять ФРП-тулом от Octopus. Я его не так давно покупал. Не знаю, выложил обзор на канале, не выложил.
Способы всегда есть, в принципе. Все, это была разблокировка, быстрая причем разблокировка. Наверное, даже не знаете, что, наверное, самая простая разблокировка FRP аккаунта, которую я когда-либо делал. Meizu M6Node. Все ссылки на мои социальные сети есть в описании. Все ссылки на мои каналы есть также в описании. На второй канал Unlocker, куда, по идее, должно было попасть это видео, но попадет на основной канал, потому что больно уж огонь способ. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.